Всем привет! Вы на канале Юзуру Ханю Лайф. Рада сообщить вам новую радостную новость. Юзуру Ханю получил премию Japan Public Relations Award 2022, став Человеком года по мнению Японского общества по связям с общественностью. Отбор проводится с точки зрения коммуникации с общественностью, исходя из влияния и вклада человека в общественные интересы в области экономической деятельности, культуры, спорта, общества, образования и т.д. Премия присуждается на основе способности человека создавать шумиху, задавать тему дня, быть актуальным, эффективно общаться и воспитывать все переживания к людям. Церемония награждения прошла на новогоднем PR-форуме 2023, который состоялась в четверг 19 января. Юдзуру объявила о своем решении уйти в профессиональные спортсмены в прошлом 2022 году. К тому моменту он стал обладателем огромного количества титулов и медалей международных соревнований. Его преданность прыжкам, преодолевая травмы, стала источником вдохновения для многих людей. Вежливые и искренние слова Юдзуру о собственном подходе к соревнованиям стали образцом для общения спортсменов. Сейчас Юдзуру, продюсируя и выступая в ледовых шоу, проявляет себя как экспрессивная личность и активно использует всевозможные средства массовой информации и прочие медиа. «Спасибо, что выбрали меня Человеком года 2022. Получив эту награду, я вновь осознал, что Republic Relation и его смысл не в том, чтобы просто продвигать себя, а в том, чтобы внимательно прислушиваться к мнению окружающих людей, делиться своими мыслями и подкреплять их действиями. Я понял, что делая это, мы сможем понять сами себя, окружающих и более того, общество и мир, и установить с ними очень хорошие отношения. Вспоминая свою жизнь до настоящего момента, я понимаю, что выражал свои мысли на соревнованиях и шоу и общаясь с тренерами и людьми, которые меня поддерживали. Я каждый раз стремился к более высокому уровню выразительности. Получив эту награду, я осознал, что мои действия до этого момента тоже были разновидностью PR. Теперь я хочу вести деятельность и заниматься самовыражением как профессиональный фигурист. Я больше, чем когда-либо, хочу общаться с людьми, которые меня поддерживают, понимать с ними друг друга, обмениваться мыслями и идеями и вместе строить единое целое. Полагаюсь на вашу поддержку и впредь. Победитель в номинации «Человек года» в прошлом 2021 году был директор информационного центра ООН Каори Немото. В 2020-м плавчиха Рикако Икэ. В 2019-м главный тренер национальной сборной Японии по регби Джейми Джозеф. В 2018-м актриса, комик и модельер Наоми Ватанаба. В 2016 году губернатор Токио Юрико Коике. На этом у меня все. Не забывайте поставить лайк, обязательно написать свой комментарий и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски о вашем любимом фигуристе. Всем пока!